И снова здравствуйте. Видите, опять, да, гора посылок на столе. Следовательно, со стола снимать все это дело бесполезно. Ну и поступим стандартно обычным способом. Крайне быстро. В формате хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Здесь распакуются телефоны, которые были на обзорах. И далее в статичном формате, не статичном, а в обычном формате, будут распаковываться остальные вкусняшки. Вот. Поехали потихоньку, наверное. Ну и чуть не забыл представиться. Михаил, канал «Картавый блогер». P1C72 золото. P1C72 золото. P1C72 золото. Один там у нас, по идее, сразу убегает. Уже даже не помню куда. А мы продолжаем. E7S бирюзовый. E7S белый. E7S белый. Не знаю, к моменту выхода этого видео будет ли у меня уже снят обзор отличия между E7S и просто E7 Black. Если будет снят, ну заходите, посмотрите. Самому интересно, насколько веселее 4G либо лишние гиг-оперативки. Blackview A8 серый. Blackview A8 золотой. Регулярный товар, можете купить у меня его с отправкой из Москвы. Новинка. Собственно говоря, ребят, вот эта новинка, ну она не совсем новинка, это новинка, именно эта модификация. Следовательно, раз она у меня наконец пришла, то, видите, как примитивно продавец все это дело упаковал, пожадничал. Хотя я у него купил 4 модели сразу, без каких-либо там поторговаться и прочих вещей. А в том яйце игла, а в той игле смерть Кощеева. Ну что, хорошо, смотрите, да? Наклеечка, что здесь все внутри, все хорошо, ничего не вскрывалось. В чем отличие? Хомтом HT17 у меня был. Да, прикольный телефон, дешевая цена. Это Хомтом HT17 Pro. А в чем отличие? Тут добавляется гиг оперативки и становится 2 гига оперативной памяти. Встроенной памяти добавляется 8 гигов, становится 16. В остальном те же 3000 мА, сканер отпечатка пальцев, камера 5,13 мегапикселей и 5,5 диагональ. При этом, вот если есть Хомтон HT17 просто, у него есть 3 цвета. А здесь 4-й цвет появляется, который спереди не черный, а точно такой же золотой, как и сзади. Вот это вот отличие у Хомтон HT17 Pro. А по комплектации все должно быть точно так же, как и там. Силиконовый бампер, защитная пленка, зарядка, адаптер. Немножко бедненько, да? Потому что Blackview, например, кладет еще дополнительно наушники. Простенький, но все-таки кладет. Ну, включать я его не буду, потому что надо снимать с аккумулятора защитную пленку. Раз, а два, я сделаю вам отдельный обзор на эту модель, где он будет полноценно протестирован, и это будет, ну, наверное, более правильно. Опять же, тоже будет у меня регулярная модель, цена его приблизительно 5000, плюс пересыл. Более точную смотрите в группе ВКонтакте. А я вам сейчас покажу еще одну новую интересную модель, которую скоро буду тестить и которая становится моей регулярной. Угадайте, какая? Гадали, гадали и, видимо, не угадали. Итак, ваше предположение, что находится в этой упаковке? Вот опять, давно я их не видел. Ну, нет, здесь, правда, пожестче. Такой слабовасненький немножко адаптер. Ну да и ладно. Главное, есть. А? Как вам, ребят? Ко мне пришел етафон. Канские львы. Я только вот чего не могу понять. Я же, по-моему, заказывал етафон 2. Это не... Это и есть второй етафон? Чпок. На магнитике вот так вот он закрывается. Ребят, давайте откроем, посмотрим, что же внутри. Ну, упаковано, во всяком случае, красиво. Давайте докопаемся до таких мелочей, как скрепка. То есть это не просто скрепка, а скрепка
в резиночке. Чпок, вы можете ее повесить на ключи, например. Она будет достаточно безопасна. Красиво, прикольно, зачем надо, непонятно. Ну да и ладно, есть же. Что еще нужно? Наушники. Ух ты, ёшкин ты ж кот-то. Вы смотрите, сколько насадок разных. Безумное количество разных, разнообразных насадок. Вот сами наушники. Не буду я их раскрывать, а то потом еще назад не вставлю. Давайте вот. А есть вот уже на бумажечках пожадничали немножко. Вот такой вот адаптер. Кстати, прям вот очень приятен он на ощупь. Посмотрели, да и ладно. Убрали его. Здесь на бумажечку не пожадничались. Вот кобелек какой-то, по ощущениям, вы знаете, как будто он немножечко бушный. Хотя нет, наверное, просто лежал и не более того. В целый такой куб пришлось запаковать им элементарно примитивный кабель. Ну и давайте сам телефон. Наклеечки. Наклеечки. Бумажка, куда можно приклеить наклеечки. Инструкция, каким образом открывать с помощью ключа. И инструкция на английском и китайском языке. Ну, а также, собственно говоря, сам телефон. На андроиде он у нас сидит, включился. В этом отношении все хорошо. И я думаю, наверное, чтобы не затягивать слишком сильно данную распаковку, мы сделаем примерно следующее. Мы анонсируем то, что я... Руки дойдут, разгребусь и сделаю на него полноценный обзор. Ну, как минимум, давайте посмотрим с языками, что у нас. Ну, вам, пожалуйста. Ласково просим, а что? Украинский есть, уже хорошо. Я вот, правда, не знаю, как в Украине можно с таким телефоном ходить или нет. Вроде как он заявлен был как российский. Так, ну что, все есть, все понятно. Предметней, как работает задняя часть и так далее, тому подобное, я сделаю отдельный обзор и вам в нем покажу. Пока закроем. Вот все-таки я вот не помню, Етафон. Я все-таки второй брал или первый Етафон? Ну, собственно говоря, второй Етафон есть. Давайте вот уже распакуем. Второй Етафон. Ну, в смысле, не Етафон 2, а второй по счету. Далее пойду сейчас я выяснять все-таки, какой на самом деле я заказывал. Становится у меня регулярным товаром. Можно заказывать с отправкой по России 300 рублей. Другие страны уточняйте. Ну и мой любимый Asus Zenfone Max 10 месяца 16 года. Совсем свеженький. Безумное количество телефонов уже вот этих у меня было. Ну, мне он очень нравится. Так, все, телефоны распаковали, в сторону их двигаем. И давайте переходить к вкусняшкам. Вы ведь этого хотите? Так, раз коробка. Ну, опять же, это будет небольшой у нас анонсик. Будет это у нас небольшой анонсик. Анонс будет заключаться у нас в следующем. А я сейчас все вот это дело распакую, покажу. А после чего я встречусь с человеком, который это заказал. Передам ему это, он возьмет, потестирует все это дело, посмотрит, насколько это хорошо работает. Прям так серьезно все запаковано. И, ну, оптимально в субботу, наверное, я к нему заеду в гости, и мы сделаем распитие пива, и он нам опять немножко сыграет. Что это такое? Лупер. Луперы бывают разные. Абсолютно разные они бывают. И абсолютно разные эффекты они... Как тебя открыть, чтобы тебя не порвать? Да что ж такое-то? Или это невозможно открыть, не порвав? Не знаете? Так, ну я думаю, можно немножко и порвать. Ничего там страшного не будет. Здесь у нас... прячется еще один лупер, уже видите, с разным количеством настроек, судя по всему, вот это еще и светиться будет. Если вы смотрели видео, то вы, наверное, даже видели, как этот лупер в действии. Вещь очень прикольная, то есть один музыкант,
один музыкант, имея разные гитары и лупер, может сделать зацикливание и довести все это дело до того, как вот как будто целый оркестр играет. Вы знаете, очень добротно продавец все это дело упаковывает. Очень хорошо он к этому вопросу подошел. Там, видите, накромсал всяких пенопластиков. Вот, в этом отношении он молодец. Все равно отсюда выпало. У нас, видите, уже какой-то компрессор-лупер. Бустер какой-то. Мини-педаль-бустер. Здесь тоже какая-то мини-педаль. Не буду я ее открывать. Вот целая вот такая вот еще упаковка. Ай, стол весь попачкался. Я вот даже не знаю, как все это дело к описанию описывать к видео, да, ну вот надо будет как-то это попробовать сделать. Все одинаковые толщины, что ли? Все вроде 0,046. Про качество не скажу, группу ВКонтакте, надеюсь, человек сможет там все-таки отзыв оставить, дойдут у него до этого руки. Так, тоже все великолепно упаковано, все цело, все хорошо. Убираем коробку. Тоже педаль. Или даже старая педаль. Так, ребят, ну вот это вот у нас ремешок для гитары. Гандовенький, конечно, гандовенький, как сказать-то. Ну, по-моему, вполне неплох по качеству. Опять же, да, это вещи брались по программе «Бесплатный посредник», поэтому не мне о них судить, а лучше подождем, что ответит человек, которому они заказывались, ответ он даст в группе ВКонтакте. Ну, либо даст его мне, а я его там опубликую. Есть вход для наушников, есть крутилка, есть микрофон. Я даже не знаю, что это такое. Вот честно, вот хрень неведомая. Вот, для простых людей, если вы там музыкант, играете на бас-гитаре, вполне возможно, вы понимаете, что это дает, о чем вообще здесь разговор. Ну, так-то, в принципе, здесь становится более понятно, да, это непереводимая игра слов, все на понятном китайском языке, поэтому просто вот, вот раскрыл, вроде выглядит нормальным качеством. Насколько предметнее, не скажу. О, а здесь вообще что такое? Что это такое? Или нет? Кто же его знает? Давайте попробуем. Все было упаковано хорошо. Михаил Владимирович взял, все повредил. То, что не смогла повредить Почта России, повредил Михаил провода. Посмотрели мы на провода, посмотрели мы на адаптер. Убрали его в коробочку. Знаете, вот такой толщины коробочку я еще не встречал. Она тоненькая, прям вообще ужас. Ужасно тоненькая коробочка. Прям вот бумажка. Вообще безумное количество, короче, каких-то. Чпок. Дружище, у тебя нет зарядки на Nokia, у тебя какую? Толстую, на! Вот единственное, что мне приходит на ум. Потому что это зарядка от... Толстая зарядка для Nokia. Раньше было как, да, там, толстая Nokia, тонкая Nokia, все остальное ерунда. Да что? Да, больно. О, вот так вот. Та-да-да-да-дан. И что? Та-дан-та-дан. Ну, я понял, то есть, если у вас рядом с вашей гитарой нету там 38 розеток для того, чтобы запитать все ваши педали и так далее и тому подобное, вы можете взять вот такую ерунду, металлическую вроде как. Не, видите, раз, два, три, блин, все в саморезах, вообще ужас. И, собственно говоря, да, там вот у вас, вы ее втыкаете в розетку, и далее вот этими вот толстыми зарядками для Nokia вы начинаете запитывать ваш электроинструмент. При этом с 1 по 6 у вас идет выход 100 мА, а с 7 по 10 идет уже 500 мА. Тут, видите, там Hish Current и DC 12 вольт out. А тут еще и 12-вольтовка, что ли, выходит вместо 9. По-моему, вполне очень хорошая штукенция. Флангер она называется. Или это марка флангер, или это название флангер, не знаю. Но человек, наверное, будет ей доволен, будет говорить: вау, какая классная штука, она мне облегчает жизнь. Мне не нужно делать, использовать 38, 56, там, сколько там, я не знаю, там розеток надо. Так, по музыкальным приблудам
ждите видео. Доберусь, со мной поедет человечек еще, ему очень интересно все это дело музыкальное. И вот он прям говорит, я хочу с этим музыкантом попредметнее, что-то там вопросы позадавать, поболтать, трали-вали. Ну, в общем, должно быть интересно. Ну, а мы продолжим пока то, что есть, распаковывать. Фу, бумажек-то сколько. Интересная посылка. Стоит недорого. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Вот ваше мнение, что это такое? Есть какие-нибудь предположения? На что это похоже? А нет, откручивается. Это, ребята, откручивается. Не надо тянуть, это откручивается. И закручивается. Я, к сожалению, не знаю, является ли вот эта вот часть диэлектриком. Ее можно смело ли втыкать в прикуриватель, либо все поплавится нафиг. Так, а, кстати, где у меня? У меня же теперь есть. О! Какая штука. Опаньки. 19,6 здесь. 37 здесь. И что немаловажно, 16,6 здесь. У продавца это заявляется как место для хранения каких-то там таблеток. Ну уж не знаю, таблетки не таблетки, но что-то тут убрать можно и... Не знаю, $100 скрутить в 38 раз, уместится, не уместится, вопрос. Ну, как минимум, внимание сильно не привлекает, что-то маленькое совсем, где-то что-то там с ноготочек размером, желательно, чтобы это трамбовало, здесь упрятать можно. Вот такая вот нычка. Нужна она вам или нет, не знаю. Если нужна, опять же, не мне судить. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть. А вот такая вот какая-то у нас ерунда. То ли это что-то старенькое, что до меня давно дойти не может. То ли это что-то еще. Бля-бля-бля-бля. Стремная тема-то. Ну, в общем, все до безобразия просто. Вот есть у вас рыбки. Вам как-то надо аквариум украсть. Вы берете вот эту вот присосочку. Чпок. Да? К дну аквариума присосали. А далее выпускаете вот эту вот. Ну, вроде не пахнет. Вот. Медузу. Да, у нее здесь находится воздушный контейнер, следовательно, она будет пытаться всплыть. Да, далее здесь будет ее останавливать слабо заметная леска. И будет что происходить. Она, ну там какое-нибудь движение-то воды все-таки идет, рециркуляция, там прочие вещи. И она будет такая плавать, короче. Выглядит достаточно прикольно, возможно, даже рыбкам понравится. Да не, на самом деле прикольная штука. Стоит недорого. В магазинах ЗОУ, наверное, такую вы не найдете. Цвета есть разные. Вот. Буду я ее в аквариум запускать или нет? Разрешит такие вещи жена сделать или не разрешит? Все-таки как-то вот предвзятость у нас к китайским вещам-то все равно у людей, которые в 90-е были взрослыми толковыми людьми осталось. Ну, в любом случае, да. Распаковал, показал. Больше пока не скажу. Вот было 11 число. И, короче, я был такой замороченный, то что я вот заказал заказал две такие посылки. Не знаю почему, не знаю зачем, но вот так вышло. Что с ними делать? Я с двумя найду. Стоит недорого, не сильно обломаюсь. А в целом вещь прикольная, нужна для чего? Есть у вас саморез, у которого слезались крестовинка, вы не можете его вынуть. Вставляете сначала одной стороны, просверливаете чуть сильнее, вставляете другой стороной и выкручиваете его. То, что вы не можете выкрутить, с помощью вот этих бит, они называются speed out, да, скоростной изыматель, экстрактор, как правильно-то я даже не знаю, вы сможете их вынуть. Вещь полезная, то есть если вы руками что-то делаете, там крутите, вертите, закажите, пускай будут, абсолютно лишними не станут. В раздел для детей пойдет, не пойдет, как думаете? Ой. Так, я сейчас, наверное, минут на несколько, а может быть и на полчаса. Значит, смотрите, что у нас есть. У нас есть вот такая вот фанерная, вот такой вот фанерный домик. У нас есть на круглые похожие шарики, и они цветные. То есть, по идее, ребенок еще сможет дополнительно там красный к красному, синий к синему, зеленый к зеленому, желтый к желтому. Потом взять вот такую вот и пух, 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 вколотить. Пум, пум, пум. Блин, да что-то не колочится-то. Так, стоп, 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 тихо. Пум,
пум, проколотил. И они выкатываются такие еще. Куда-то угодился. Блин. Вот, деревянный, это хорошо. Главное, чтобы краска была не стрёмная. Да что ж такое, у меня, оказывается, здесь уклон. Ну, вроде краска не воняет. Пойду я эти шарики доставать, пока они с концами не потерялись. Еще один где-то в неизвестном направлении куда-то ушел. Я его вижу, я его достал. Я его положил. Значит, вот такая вот игрушка. Не знаю, может быть, там какой-то нужный стороной их все-таки класть, чтобы они лучше проскакивали. Не знаю, ребенок, наверное, разберется. В общем, вот, вот так. Сколько всякой ерундистики у меня уже в разделе для детей есть. Некоторые стрёмные, некоторые прикольные вещи. Поэтому заходите в этот раздел, посмотрите, может быть, что-нибудь интересное найдете. Такое как, вот, вот такая вот посылка. Ну, чё-то по цене она какая-то была прям недёшево, короче, это стоило. А что ты не хочешь-то? Давай, распаковывайся. Нет, вот прямо скажу, это не дешевое удовольствие. У меня она заинтересовала. Я решил ее заказать. Тем паче я почитал отзывы у разных продавцов в целом про этот товар. И ну, люди довольны. Люди были довольны. Ай, такому ночнику мумитролю. Да, я взял и спойлернул. Теперь вы знаете, что находится в этой коробке. Ну да и ладно, вы бы это все равно узнали. Упакован очень даже, ничего такого внутри интересного нету. Он еще вибрирующий. Так, ну давайте посмотрим, где-то. Надо снимать с нее пленку. Что такое-то, а? Любят китайцы все запаковать-то, а? Видно вам? Там у него травка, грибочек, камушки. Но его надо подзарядить. Я его поставлю на зарядку. И как раз, думаю, немножко потемнеет. А я, скорее всего, до темна дотяну эту распаковку. Даже если не дотяну до темна, то ну, я отдельно ее, вот этот ночничочек заряженный, возьму. И включу. Да, покажу, как это в темноте будет работать. Так, что там у нас? Давайте вернем, что у нас там еще было-то. Ой, как все далеко. Я старенький. Ой. Ну, вроде все дотянулся. Нет, там еще одна ерундистика осталась, ну да и ладно. Совсем забыл про стекла. А здесь стекла. Надо их быстренько распаковать. А и ервиловские стекла. Наверное, я правильно называю, может быть и нет. Они мне нравятся тем, что они, ну, сами по себе достаточно хорошего качества стекла. А внутри полный комплект для монтажа этих самых стекол. Розничная упаковка. Их не стыдно перепродавать, если вы этим занимаетесь. И очень-очень-очень-очень приятная цена. Цена у них... О, для Asus Zenfone Max. Эти дырочки прям вот без проблем узнаю. Три штуки стоят 200 рублей. Прям вот заказали три. У вас эти три штуки пришли. Наклеилось плохо. Следующее. Ну, то есть, как бы, да, 200 рублей. Ну, вообще не цена. Так, это что у нас такое? Секундочку. В принципе, вот такие вещи надо брать тем, кто в этом разбирается. Потому что если вы такими вещами пользоваться не умеете, наверное, вам это ни к чему. Это ручка. С одной стороны, это ручка. С другой стороны, это ручка. Но для тех, кто в теме, это не просто ручка, это тактическая ручка. То есть, видите, она, да? Достаточно серьезная вещь. А для чего она нужна? Ну, вы можете ходить, писать, да, она достаточно тяжелая, ну, прикольно, да. Если ты ее где-то забудешь, ты об этом сразу вспомнишь, потому что ты поймешь, что что-то как-то тебе легко в этой жизни стало ходить там или так далее. Весь ее смысл заключается в том, то, что, видите, вот достаточно... Не хочет наводиться, да?
Фотографии, значит, на группе ВКонтакте посмотрите. Достаточно острый наконечник, и если вы умеете такими вещами пользоваться, то вы абсолютно без проблем с помощью нее можете ломать ребра тычками. В принципе, можете там, ну, если уж совсем серьезная какая-то ситуация, да, там, правильно ткнуть в висок, там, ну, и так далее, и тому подобное. Да, то есть в умелых руках детородный орган балалайка, а также ручка страшное оружие. Если у вас руки неумелые, то, ну, эффект, наверное, конечно, будет не тот, но они обычно стоят по 1000, более серьезно выглядят, это, ну, попроще, при этом, ну, достаточно тяжело. Потыкать будет больно, куда бы ни ткнул. Вот, и стоит недорого. Хрена она мне нужна. Я же никого в голову не хочу и тыкать. Че ж так долго шел-то? У меня уже этих телефонов нету. Ну, слушай, а ты прикольный. Софтаческий тоже чехольчик. Бампер, если быть точнее, на Meizu U10. На Meizu U10. Meizu U10 придет, я обязательно его померю. Так, ну, все, меньше и меньше. Вот, кстати, оп, как это было, оп, как это стало. Чуть такое-то. Я даже не знаю, кому это нужно в первую очередь. Но в целом вещь достаточно прикольная. Достаточно прикольная вещь. Что это такое? Так, наверное, придется снять все-таки для того, чтобы вам предметнее показать его возможность. А значит, ключ, крестовой ключ подходит для большинства вещей, где есть секретка. Да, то есть это поезд, какие-то там электрощитки, что-то там еще. Да, то есть у нас там может быть что-то квадратное, да, квадрат поменьше, треугольник, вот такая вот, с ушками в разные стороны, такая вот ерундисечка, и, ну, на всякий уж совсем случай, да, можно сделать след... Что-то не делаешься-то? Чёрт, я не понял. То есть чисто технически... А, не, все, да. Блин, как плохо быть идиотом. Значит, надеваем вот так вот и... Да, пользуемся как отверткой, либо крестовой... Да, вот у нас крестовая достаточно толстая отвертка, либо плоской. Да, чпук-чпук. Абсолютно без проблем. Ключик прикольный. Не знаю, там, сталкеры, не сталкеры. Кто у нас там бегает по крышам, не по крышам. Вот на подобные вещи кто натыкается, то, что надо открыть. Ну, можно заказать. Будет чем открывать. Раньше, блин, идите вы в поезде. И вот надо вам в туалет сходить. А, санитарная зона, все закрыто. А вы опаньки-опаньки закрыли. И хорошо. Ну, в общем, применений можно много придумать. Не столь это интересно. Берем мы его в пакетик и отложим. Ну, в смысле, применений не, придумывать не столь интересно. Вы, наверное, можете сами прикинуть, нужен он вам или нет. Вот он. Не знаю, дорого, недорого. Обещали классно. Это самое главное. Ну да. По рисунку опять обещают классно. Что это такое? А вы берете диск. Вы берете диск. А вставляете диск в этот кейс. Диск у вас соединяется со всей этой платой. А вставляете сюда кабель, который идет в комплекте. И у вас получается внешний жесткий диск за 2 копейки. То есть вот остался у вас старый. К чему он там подходит-то? Жесткий диск, да? Причем здесь USB-шка 3.0 поддерживается. Без инструментов все это дело разбирается, собирается. 2,5 HDD, либо SSD-шка. 5 Max GB... В общем, не знаю, о чем это говорит. Ну и ладно. Цвета есть разные. Я вот выбрал вот такой вот оранжевый. Вот, видите, как вот там внутри у него какие-то микросхемки и так далее и тому подобное. Вещь очень полезная, потому что просто там жесткий диск на там пол терабайта стоит как прилично, короче, стоит. Берете такую ерунду, берете старый диск, особенно если вы там занимаетесь компьютерами, у вас этих дисков как у дорога фантиков, да, и пользуетесь. Чем хорошо? Накачали на диск сразу там 8 сезонов какого-то сериала в хорошем качестве. А воткнули в свой телевизор, без проблем посмотрели все 8 сезонов, встали, и вы уже старик. О, что-то у меня с прикурителями
много чего связано. Видите, наконец-то подарок мне положили. Я уже забыл, что такое подарок. Вот копеечному товару положили подарок, который я даже не знаю, куда его прилепить. Любовь и все такое. Что это такое? Вы берете свою Ладу Приору. Либо еще, ну, много разных, разнообразных есть автомобилей. И делаете... И делаете следующим образом. Вот это вот на двухстороннем скотче чпок клеится. Вот эти резиночки где-то используются, я, к сожалению, не знаю где. Я не вспомню вам так сейчас навскидку. И получается, что ваш прикуриватель становится вот так вот выглядеть. Но это еще не все. Вы берете и наклеиваете на него кнопочку Power On. А чисто по задумке, да, все это дело становится, как вы знаете, вот есть машины, которые заводятся с кнопки. Вот как будто у вас не прикуриватель, а кнопка для того, чтобы все это дело завести. Я даже примерно знаю, кому его можно отдать. Но я, к сожалению, не знаю, смогу ли я оттуда получить отзыв в группу ВКонтакте. Смогу получить. Ну, следовательно, размещу, заходите и смотрите. Малоинтересные два пакета, потому что они у меня регулярно были. А в целом, если вы на моем канале впервые, то вот вам, пожалуйста. Туахоловские карты памяти microSD микса от крайне жадного барыги, который, несмотря на то, что я их заказал 3-4 штуки сразу, не положил абсолютно никаких копеечных даже подарков. Ну да и ладно, не в подарках, как говорится, счастье. Карта памяти хорошего качества. Это мой регулярный товар. Вы его можете купить по цене Али. Ну, например, заказывайте у меня телефон по цене Али, да, говорите: Миш, а положи-ка мне еще карту памяти на такой-то объем. Да? Ну и все. У вас будет хорошая карта памяти. Сжатые сроки. Ой, наконец-то. Чувак, зачем мне это надо? У меня сын. Ну да ладно, спасибо. А я вообще две заказывал или одну? Или они комплектуются по две? Ну, небольшой какой-то запах есть, ну, ничего такого критичного. Университет монстров написано. Вроде как в этом месте это приклеено. Что это такое? Это клини под дверь. Мягенький, видите, да? Вы кладете, и дверь, когда закрывается, ну, об него будет стопориться. То есть, ну, он же не едет дальше, да? Потому что иначе ручка там об стенку. Ну, там бывают моменты, когда надо сделать так, чтобы, наоборот, дверь не открывалась дальше в каком-то положении. Ну, с детьми это связано, а также с их небезопасностью. Вот вы можете заказать такие вот клини под дверь. А есть, ну, соответственно, там... В зависимости от того, насколько у вас большой просвет от пола, да, до нижней кромки двери, ну, там, клин, вот он, с меньшего уходит в больше. В раздел для детей идет, рисунки там есть, не рисунки, а морды, фигурки, как сказать-то. В общем, есть разные, вещь достаточно полезная, если у вас есть детишки, да даже если детишек нету. А к покупке, ну, смело рекомендую. Значит, у нас осталось что? У нас осталось дождаться темноты и потестировать фонарик с мумитролем. Ну да, вполне возможно, вот этого всего уже не будет на столе. Скорый вечер, скоро снова увидимся. Ну, для вас это будет мгновение. Блин, подзарядил я его. О, кстати, что вспомнилось. Ой. Помните, у меня пришли... кнопки на клавиатуру. Нет. Наклейки с буковками на русскую клавиатуру. Вот они светятся. Видите, немножко. Вживую выглядит сильнее. Итак, ночник мумитроль. Это режим вибрация. Да, второй раз его вибрируем, он начинает сильнее светиться. Видно, но... выключился. По-моему, очень даже. То есть вот... Ух ты. Чувствительный. Давайте его
есть еще один режим, когда он вообще постоянно горит. Конечно, смотрю на него вживую и смотрю через камеру, но вживую он не такой яркий, он не слепит глаза. То есть вот прям вот ровненько все дело хорошо снимает. А помимо прочего, ух ты, какая тень. Вот, пока я про этот ночник заряжал, смотрел и так далее, немножко разобрался с коробками, вспомнил, что у меня тут, оказывается, еще не распаковано. Оказалось, у меня тут не распаковано два Blackview A8 Max в сером цвете. Кстати, тоже достаточно прикольный телефончик. Обзор на него ожидай. Сейчас прям вот заканчиваю один второй телефон и будем делать на него. Помимо прочего, как говорится, слона-то я и не заметил. Блин, ребята, я попал. Она скотина весит. А мне ее надо будет отправить в итоге на другой конец нашей необъятной родины. У меня первая посылка туда уже побежала. И эта первая посылка мне обошлась подороже, чем 300 рублей. Вот зачем китайский волос нужен, а? Вот что вот это вот за китаец такой волосатый был? Вы знаете, что у меня жена может мне сказать, если вот это вот обнаружится? Вот такая вот у нас колонка. Блуэдио. Или как ее правильно назвать? Все хорошо, все цело. Работоспособность, наверное, можно не проверять, что и будет. Она проверена, перепроверена. У самого таких колонок две. Одна поменьше стоит около ноутбука, периодически ее включаю. Не, большая, большая стоит около ноутбука, маленькая присоединена к компьютеру. Можно использовать кабель, можно использовать Bluetooth-соединение. Очень удобно. А где от нее крышка-то, господи ты, боже мой? Вот она, крышка. Прям обыскаться ее можно. Когда видео выйдет, она, наверное, еще будет у меня. Потому что человек там заказал много всего разного разнообразного. И вот. Так, ну вам шуршание это ни к чему. Дайте я запакую. Ну и, опять же, немножко забыл. Это у нас повторная посылка. Первая потерялась. Я быстренько с продавцом поспорил. Пока спорил, заказал новую. Заказывалось это по услуге бесплатный посредник. Вот вторая с отслеживаемым треком в более хорошем состоянии, конечно, пришла. Упаковка повеселее. Хотя и первая тоже потом пришла. После того, как я спор выиграл, но ее состояние было неказистое. И в таком виде я не стал ее отдавать. Вот сейчас отдам либо обе. Да что ж такое? Я либо одну себе зажучу. Возьму что-нибудь куда-нибудь наклею в итоге. Да, вот это вот в более удачном варианте пришла. Здесь вот видите. Тыковки и так далее. Тематика Хэллоуина. Не буду дальше распаковывать. Так, ну на этом я подозреваю, распаковка закончилась. Ночник шикарен, ребенку будет только в путь. С вас, ребят, да, комментарии, лайки, подписка на канал. Заглядывайте в группу ВКонтакте, оставляйте там свои отзывы о товарах, которые вы приобрели, положительные, либо негативные. Ну, буду рад любым. Ну и до скорых встреч. Всем всего.